Ничего, все нормально, да, спасибо. А что случилось? Вы видите, что у вас сильная травма? Ну, там разорвало немного ногу, да, зашивали, так все нормально. Недолго? Сколько не будете играть? Не знаю. Завтра выходной, буду готовиться к туре. Как вообще этот матч складывался для Локомотива? Почему долго не получалось забить? Ну, тяжело складывалось, сейчас все бьются, но, видите, тяжело очки всем достается, поэтому, слава богу, забили в конце и выиграли. Владислав, а в перерыве что говорил тренер, потому что после он произвел две замены, видимо, доволен был? Как обычно в перерыве, чтобы выигрывали, да.